Рядом со мной Жусупов Сабит, которому предстоит бой на турнире Fight Night 65 в городе Астана 19 мая против Мартина Гилла. Сабит, скажи, что знаешь о своем сопернике уже? Как будете готовиться к нему? Ну, по первым видео, он, кажется, ударник. Таец, К1. Борьбы я у него не видел, поэтому буду ставить акцент на борьбу, на перевод партера и на добивание. Как-то так примерно. Вот этот бой на Fight Night, это всего лишь один контракт на один бой или на несколько боев? Увидим ли дальше мы тебя Fight Night? Ну, на все воле Всевышнего. Но пока это как дебютный бой первый. Как себя покажем уже, дальше от них будет зависеть. Конечно, хотелось бы драться в Fight Night. Это хороший промоушен. Посмотрим, как получится. Конечно, выкладусь на все 100. Буду стараться. Сабит, для многих ты неизвестный боец, ну, по крайней мере, для нас ты очень известен, потому что ты являешься чемпионом по боевому самбо, по рукопашному бою, по кунг-фу даже, по ушу санда. То есть выступал ты везде и много по любителям, но в профессионалах, я так понимаю, ты серьезно нигде не выступал. С чем это связано? Ну, я как-то завязывал на полгода, на год где-то, из-за травмы. У меня травма плеча была. После этого долго восстанавливался и как бы уже пропал интерес к боям по любителям. И сейчас вот первый бой по профам. Посмотрим. Как сейчас твое состояние? Нет ли травм при подготовке, ничего серьезного? Ничего не повлияет на бой? Да нет, настрой моральный и физически хороший. Здоровье тоже в порядке. Все на высшем уровне. Ну и напоследок хотим спросить, сколько ты гоняешь вес перед боем? Потому что этот бой будет проходить в полулегком, если я не ошибаюсь, весь. Сколько ты гоняешь перед боем? Сколько ты сейчас весишь? Сейчас я вешу 72-700. Получается, я буду гонять 7-8 килограмм где-то. Ну и для тебя это на выносливости, на функционалке никак не отражается. Ты, в принципе, готов работать 3 раунда по 5 минут, да? Ну да. Будем рассчитывать на 3 раунда. Не будем заранее говорить конец раунда. Будем рассчитывать на самое тяжелое, а там уже как получится. Хорошо, с нами был Жусупов Сабит, которому предстоит бой 19 мая на турнире Fight Night. Сабит, мы желаем тебе удачи, будем за тебя болеть. Удачи тебе в бою. Спасибо.